Макмиллан против Одела на вбрасывание. Ну и будет оно считаться выигранным Оделом. Шайбу-то так в сторону отбросили оба. А вот Эрик Одел 1-0. В меньшинстве забивают сочинцы. Кстати, в меньшинстве они забивают достаточно много в этом сезоне. Да, я говорил, что и пропускают много. Но вот шестой гол уже в меньшинстве сочинской команды. Это больше всех континентальной хоккейной лиги. И какой молодец, конечно, Эрик Одел, да, который выиграл вбрасывание в собственной зоне, ну, вернее, выиграл во многом благодаря партнеру, который первым к шайбе успел. Но затем вот здесь вчистую обыграл Карла Столлери и точно так же очень уверенно разобрался с вратарем. Ну, Столлери единственное, что пытался по шайбе попасть с лёду, выбить ее из зоны, а вот дальше вот здесь не попал, да, и дальше, как он не работал клюшкой, вот Дэл все равно убирал шайбу в сторону. Очень красивый гол забивает капитан сочинской команды, ну и выводит ее вперед.